направлены там будет. Визит работников надзорных ведомств застал врасплох руководство этого общепита. В период локдауна кафе работали на вынос. Однако сотрудники нарушали постановление губернатора о дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Где дистанция? Они стоят вплотную друг к дружке. Вот два человека, три человека, вот мы сейчас видим, заходим. Вместе с этим в кафе не следили, чтобы на посетителях были маски, не вели журналы термометрии и обработки дезинфицирующими средствами поверхностей. Рабочая группа, куда вошли представители администрации города, полиции, Минсельхоза и Роспотребнадзора, составили предписание об устранении нарушений и протокол об административных правонарушениях. Теперь предпринимателю грозит штраф. Отсутствие масочного режима, отсутствие журналов и так далее, тому подобное. То есть штраф будет от 50 тысяч рублей. Пока вот такая ситуация в стране сохраняется, значит, заболеваем растет. Будем также работать в усиленном режиме, работаем каждый день. Впрочем, несмотря на единичные случаи нарушений, в Химках в период нерабочих дней предприниматели в большинстве случаев соблюдали меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, отмечают участники рейда. Мы посетили торговый центр «Мегаполис». Находится он на территории микрорайона Новые Химки. Нарушений не выявлено. Все люди прекрасно понимают, насколько важны сейчас ограничения в наше время. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация в Химках, и, конечно же, нарушений никаких не допустим. С понедельника торговые центры, кафе и рестораны и другие предприятия сферы услуг возобновили свою работу в обычном режиме.